Я житель страны с прогнивающим нервом. Об этом гласит моя прокламация. Пусть наш президент навсегда будет первым. Скажите, кому здесь нужна девальвация? В стране у руля стоят милые люди, которые могут купить, если хочется, за сотню тенге банк высокого уровня, поправку внеся, чтоб судом не морочиться. В стране, где есть газ, его люди не видели. Здесь нет тех слоев, что зовутся кулачеством. Поддержим родного производителя, товаром давясь невысокого качества. Когда Менделеев составил таблицу, он точно у нас побывал предварительно. Но чем же тогда объяснить вереницу различных обвалов и цен относительных? А следующим шагом коллективизация. Зачем частный бизнес в таком государстве? Давайте и мы проведем агитацию, ведь счастье, оно далеко не в богатстве. Отток капиталов – логичное следствие, но довод всегда в оправдании находится. Стремительно терпим стихийное бедствие, а каждый о собственной шкуре заботится. Я смысла не вижу смотреть фильмы ужасов. Гораздо эффектней по местным новости. Страна, где у власти поставили лузеров, и нет на свете печальнее повести.